Всех приветствую, друзья! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня будет видео по тегу «Самый-самый аромат». И первый у нас самый гурманский. У меня это Мансера. Так, это Juicy Flowers. Так, здесь у нас много малины, клубничка, красные ягоды. Очень такой сладкий, вкусный, сочный летний аромат. Жженый сахар. Это для меня именно гурманский парфюм, вот, который хочется скушать. Идем дальше. Второй вопрос. Это самый строгий аромат. Ну, прям каких-то строгих у меня нету, но если перебрать всю коллекцию, вот этот будет такой самый спокойный. Не сладкий, не фруктовый, поэтому, в принципе, можно его немножко назвать и строгим. Это Burberry Body, туалетная вода, я его очень сильно люблю, особенно в зимний период времени, либо в прохладную погоду. Так, дальше. Третий у нас самый фруктовый. Ну, самый фруктовый у меня это Эскада, Thai Sunset. Он пахнет такими вкусными персиками, манго, тропические фрукты, очень-очень сладкий, липкий. Он не малиновый, не такой как бы не ягодный, более тропические фрукты, но очень-очень классный. Да, потрясающий аромат. И, кстати, он очень стойкий и достаточно шлейфовый. Мне нравится использовать его, в принципе, в любое время года, летом только в прохладную погоду. В жару он быстро скатывается и дает какую-то неприятную нотку. Вот, больше всего люблю весной и осенью. Так, следующий смотрим. Самый позитивный это у меня Вельвет Ванила. Я обожаю безумно. Пахнет жвачкой Bubblegum. И под конец раскрывается очень-очень вкусной этой. И под конец раскрывается очень вкусной ванилью. Потрясающий, безумно стойкий аромат. Самый мой любимый, можно сказать, из Мансер. Вот. Моя ванилька такая. Кому-то пахнет вареной кукурузой. Пятый, это самый комплементарный. Ну, у меня самый комплементарный, это Jimmy Choo Blossom. Здесь тоже есть малина, малиновое варенье, цветочки. Очень потрясающе звучит. В Мансере более химическая малина, здесь более натуральная. Он больше подходит в летний период времени. В принципе, зимой звучит неплохо. Каждое время года раскрывается по-разному. Такая фруктовая розовая водичка, потрясающая. Дальше у нас шестой, самый антикомплементарный. Ну, у меня пока что самый антикомплементарный, это Наран Парфюмс. Сейчас я его достану. Так, вот этот. Полный аналог Флёр Наркотик. Муж терпеть не может ни то, ни другое, поэтому будем считать, что это как и Флёр Наркотик, и как Мон 1947 Gold. Вот. Многим он напоминает какое-то средство против комаров. Мне, в принципе, этот аромат нравится. Я ранее снимала на него видео, но так и не поняла до сих пор, все-таки Россия это или арабы. Но, тем не менее, он у меня остается. В принципе, он нормальный. Но пока что, не знаю, не нашел того, кто бы его похвалил, кроме меня. Дальше. У нас идет седьмой, самый новый аромат в коллекции. Самый новый аромат в коллекции это вот этот. Я его даже еще не открывала. Так, Pop Bluebell. Блин, Pop Bluebell. Это у нас, не могу даже прочитать, представляете? Вы, наверное, поняли, да? Я не пойму, откуда начинать читать. Честно, я забыла название, прочитать не могу. Давайте откроем его. И потестим его. Я даже не знаю, чем он пахнет на самом деле. Я его заказала слепую. Наверное, потом сниму полноценный обзорчик. Вот такая красота. Очень красивый флакон, посмотрите. Это самый новый. Я позже сниму. Я знаю, что он похож на Джо Малон. Колокольчик. Здесь якобы основные ноты это колокольчик. Ну, в принципе, посмотрим потом, не знаю.
Так что позже я сниму на него обзор, мы посмотрим, классно он или нет. У нас самый старый аромат. Ну, как ни странно, самый старый аромат в моей коллекции — это Chanel Chance Attender. Я начала коллекционировать парфюм где-то лет 5 назад, как и приобрела вот этот аромат, я его берегу. Видите, я очень мало использовала его. Вот, поэтому у меня он самый старый, но он очень классный, я его очень люблю. Здесь такая айва, цветочки, фрукты какие-то, очень приятный, база шанелевская. Муж очень любит, кстати, вот этот тоже, можно сказать, один из самых комплиментарных ароматов. Так, самый красивый флакон. У меня достаточно много красивых флаконов, но я выбрала самый необычный такой, интересный. Это Jamaль Cyrus. Я не знаю, как правильно произносится. Вот такой флакончик. Меня он прикалывает, мне он нравится. Вот. Хотя водичка простоватая. Просто такая, как фруктовая жвачка. И последний у нас 10-й вопрос. Это самый некрасивый флакон. Это вот такой вот флакон. Мне он не нравится, он какой-то плоский, странный. Это Oriflame. Вот запах, кстати, очень интересный. Мне тут чуть-чуть его осталось. Но я его продаю, этот, и продаю другой еще. Я его выставила. Ну вот мне не нравится вообще флакон. Так что он у нас самый некрасивый в моей коллекции. Ну что ж, на этом все, мои хорошие. Спасибо, что зашли ко мне. Я очень рада, мне очень приятно. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До скорой встречи. Всем пока-пока.